Ура! Ну а по традиции гала-концерт открывает выступление членов жюри. Я попрошу вас поприветствовать певца и композитора, основателя и лидера группы «Вавилон» Валерия Лаврова, город Москва, с очень актуальной композицией под названием «Солнечные дни». Больше аплодисментов! Спасибо всем вам. Вы такие молодцы. Желаю всем вам и в дальнейшем только солнечных дней. Солнечных дней вам еще раз. Спасибо вам. Ваши аплодисменты, друзья.